Так, Рождество у Сани. Хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас стол. Вот такая вот закуска. Это яйца фаршированные там с красной рыбой и с желтком, с яичным. Ириш, а где она? Нету. А вот это вот что такое, Саня? Это типа овощи, да, такие? Овощи, да. Баклажаны, перец. Жареные, я думаю. Тушеные. Тушеные, классно. А это что, Саня? Какое мясо? Мясо. Какое? Свинина. Свинина, классно. Четко. А это не знаешь, что такое? Это что-то новое такое? Салат новый. Надо Нелли, чтобы она сказала. Картошка. Картошка еще что? Не знаю. Мясо копченое, куриное. О. И этот как же этот? Гранат, да, сверху? И гранат сверху. Еще там что-то. Вот тут что-то Ирина тоже сделала, какой-то салат. Я толком не знаю. А это? А хлеб-то где, Сань? Самое главное хлеб. Он багет нарезан. Ну, это багет. А черный? Да, жутко. Вот такие вот красивые с оленями. Эти. Ириш, а что это салат? Вот с чем вот этот твой? С треской. Печень трески. А, печень трески, точно, пойдем. Она такая. Так, что еще? Картошка идет. Ян, привет. Давай, я эту, наверное, сюда деткам, эту картошку. Вот эти вот капуста, вот это мне тоже нравится. Вот эта классная вещь. Брюссельская капуста, брокколи. Картошка жареная. А вот эти классные, да, такие эти? С оленями. Салат там, Тимоха. Так, а вот это я сейчас пробовал. Сейчас покажу одну вещь. Вот эту вещь я пробовал. Тут Comedy Woman идет. Вот это я пробовал. А где Саня? Ты уже убрал, что ли? Ну, блин. Я сейчас достану. Вот это я сейчас пробовал. Блин, вообще вещь классная. Вот это вот. Блин, вообще это. Вот это вот вещь. Классная. Такой как торфяной такой. Вкус классный. Что это Comedy Woman? Все классно, блин. Ну, этот вискарь вообще классный, блин. Поехали.